цехе по производству пластиковых окон. Город Липецк. Так, смотрим, одна из панелей. У нас имеет температуру 35,1. 35. Вот примем 35,3 градуса. 35. И вторая панель. Это у нас будет подача. Имеет температуру 44,9 градуса. При этом смотрим температуру поверхности на потолке. 20,9 градусов. И смотрим температуру поверхности пола. 21,3 градуса. Высота на объекте составляет порядка 9 метров в коньке. Все рабочие находятся на предприятии, работают в часовках. Всем комфортно.